Продолжаем наш выпуск. Республиканский перинатальный центр в Махачкале откроет свои двери пациентам в январе будущего года. Ну а сдан он будет уже в конце ноября 2016-го. На объекте, который находится на стадии завершения, побывал председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов и министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов. Премьер-министру доложили, что в основном остались некоторые отделочные работы помещений и монтаж медицинского оборудования. Подрядная организация получила ряд замечаний и поручений устранить недочеты в короткие сроки. Напомним, на строительство перинатального центра в Махачкале из федерального бюджета было выделено 2 миллиарда рублей. На строительство объекта ушло около года. Уже подобранный будущий персонал одного из самых крупных перинатальных центров на Северном Кавказе. Назначен главврач. Подобран персонал, и они фактически проходят обучение, чтобы и, во-первых, пользоваться на современном медицинском оборудовании. Здесь другие требования, другие нормативы, поэтому как заработает перинатальный центр, полностью кадровый состав подобран, научен, и они с первого дня приступают к работе.